Армысыздар құрметті көрермендер, бұл әкім сағаты жобасы. Бүгінгі хабардың қатысушысы Тереңкөл ауданының әкімі Ернұр Айткенов. Ернұр Нұрмұханұлы жайында қысқаша өмір дерек. 1965 жылы Май ауданында дүниеге келген. Семей зоотехникалық ветеринарлық институтын тәмамдаған. Сонымен қатар экономика магистрі, экономика және бизнес бакалавры академиялық дәрежелері бар. 2006-2018 жылдар аралығында Май ауданы, Баянауыл ауданы, Аққулы аудандарында әкім болған. 2 жыл ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы қызметін атқарды. 2018 жылғы 25 желтоқсанда Павлодар облысы Тереңкөл ауданының әкімі болып тағайындалды. Ернұр Нұрмұханұлы, әкім сағаты жобасына қош келдіңіз. Добрый вечер, Ернур Нурмуханович. Рады вновь видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Құрметті көрермен, сіздерді бүгінгі сұхбатқа белсене қатысуға шақырамыз. Сіздер үшін 33 90 35 телефоны жұмыс істейді. Сондай-ақ, сауалдарыңызды WhatsApp нөміріне де жолдай аласыздар. Ернұр Нұрмұханұлы, бұл жоба әкімдерді мақтап, олардың шашпауын көтеруді мақсат етпейді. Керісінше, аудан ауылдардағы қордаланған мәселелерді осы студияда бет-бебет талқылап, халықтың көкейіндегі сауалдарға жауап беруді көздейді. Эфир барысында біздің тараптан жерлестеріңізден келіп түскен жалпы 20 сұрақ қойылады. Оларға қысқада нақты, ең бастысы ашық әрі шынайы жауап беруіңізді сұраймыз. Сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Ернур Нұрмұханович, вы один из самых опытных акимов. Возглавляете уже 4-й регион. Что труднее всего в работе акима? Как работается в районе Тереңкөл? Ну, работа акима – это нелегкая работа, действительно. Вот вы сказали, я не первым район возглавляю. Везде, в каждом районе есть свои особенности. Но здесь нужно в первую очередь находить общий язык с населением. И то, что население ставит вопросы, нужно их решать. Ну, где не получается, стараться решать. Ну, самое главное проводить в первую очередь политику президента. Из 4 вот районов, где было легче всего, где труднее? Ну, трудно везде. Работа акима нелегкая. Но если вопрос был поставлен, где интереснее было работать, ну, интереснее, я думаю, больше это в Баянаульском районе было. Ну, по специфике, если так смотреть, и Майский район, и Аққулы, и Баянаульский район, они животноводческие районы. Первое идет у них развитие животноводства, а сейчас в районе Тереңкөл, первое-наперво, район специализируется на растениеводстве. Угу. И ваш совет молодым акимам, начинающим? Ну, молодым акимам это в первую очередь соблюдать законы, соблюдать нормы этического кодекса, ну и в первую очередь волеизлияние народа. Вот с народом нужно будет проводить политику президента, находить общий язык. Вот. То есть быть ближе к народу, да? Да, быть ближе к народу. Угу, спасибо. Ернұр Нұрмұханұлы, әрине елдің есінде сіз қанша ауданда әкім болғаныңызбен емес, атқарған ісіңізбен қалатыныңыз анық. Әкім бол, халқыңа жақын бол дегендей, президентіміз айтқандай, сізді халық сөзіне құлақ асатын басшы деп есептейміз. Алайда жемқорлыққа қарсы өңірлік комиссияның жақында өткен отырысында бірқатар аудандарда сервистік әкімдіктердің жұмысы сын көтермейтіндігі айтылды. Оның ішінде Тереңкөл ауданы да бар. Ал кейбір аудандарда олардың қызметі іс жүзінде тіпті жалған болып шыққан. Осы жайтқа байланысты не айта аласыз? Иә, осындай кемшілік болды, сервисный акимат. Оны алғашқы бетте біз орынластырғамыз. Осы ауыл Тереңкөл ауылдың акиматының ғимаратында. Ол тар боп шықты, бүгінгі күнгі талабына сай емес. Сол себептен осы бір ай бұрын біз басқа аудитория тауып, ол осы біздің сол ғимаратта сонда бар, отдел занятости бар, со жердің ішінен біз үлкен аудитория тауып,
сон бәрін со жерге көшіріп алдық. Енді бүгін күнгі сай осы сервистік акимат со жерде жұмыс істеп отыр. Кемшілікті түгелін жойдық. Рахмет. В еженедельном рейтинге акимов городов и районов вы на передовых позициях. Отставание по 5 позициям, если не ошибаюсь. В чем недоработки, в чем отставание в этих 5 позициях и можно ли устранить их окончательно? Ну, отставание, оно будет, конечно, но в этом направлении, чтобы не было вот этих пробелов, мы проводим целенаправленную работу. Я думаю, вот до конца года у нас в районе все показатели по рейтингу должны быть положительными. Спасибо. И о главной теме этого года. Как пандемия отразилась на экономике района? Ну, пандемия, она не только нас коснулась, коснулась всех, но в первую очередь то, что от пандемии в первую очередь, ну, как бы сказать, пострадал наш малый и средний бизнес. Это вот у нас в районе Теренколь 10 объектов, субъектов общественного питания, в том числе 4 ресторана, и у нас есть придорожный сервис. Ну, с начала пандемии был запрет, никакие торжественные мероприятия, там, дни рождения, вот у нас хатам-халал есть, никакие поминальные вот эти обеды не проводились. Эти объекты работали на вынос. Поэтому вот и рестораны понесли большие убытки, и субъекты общественного питания. Ну и мы доводили ограничения. У нас есть в районе 5 больших торговых домов, тоже им ограничения доводили. То есть работали они тоже, некоторые отделы на вынос, ограничения делали по времени. Ну а в целом, если так посмотреть, то вот крестьянские хозяйства у нас, те, кто работает и в поле, и работает в животноводстве, на них пандемия никак не повлияла. И малый и средний бизнес, вот кроме вот то, что я назвал, остальных не коснулось. То есть они работали стабильно. А нарушения карантинного режима были? Зафиксированы, ну, у вас? Если я скажу, что не было, это будет неправда, нарушения они везде есть, но у нас всегда работает мониторинговая группа по выявлению этих нарушений и устраняем, но даже доходило до того, что 2-3 субъекта мы подвергли штрафу за систематическое нарушение. Ернур Нурмуханұлы. Теренкөл ауданы егін шаруашылығы үшін қолайлы жер. Алайда диқандар биылғы жазда ылғалдың аздығынан зардап шеккендерін айтты. Құрғақшылыққа қарсы қауқар таныту қиын әрине. Жалпы оның дегенменде зардабы қандай болды? Жиын-терім жұмыстары ойдағыдай өтті ме? Енді биыл өздеріңіз білесіздер, жауын шашым жаз уақытында аз болды. Осы шілде айында әсіресе ешқандай жауын болған жоқ. Мысалы, биыл осы сәуір айы өте жылы болды. Сол себептен осы шаруа қожалықтары, кейбірлер осы сәуір айында егін еккендерінің осы шілде айында көбінде осы егіндері дұрыс шыққан жоқ. Кейбірлерінің жанып кетті де. Жалпы егін салған осы мамыр айының жартысынан осы июньнің басына дейін егін еккен шаруашылықтар, олар өнім жаман алған жоқ. Дегенмен де былтырғы жылға қарағанда былтыр біз 12 центнер алсақ бір гектардан, биыл 8-10 центнер ғана алып отырмыз. Рахмет. Біз де өзіміздің көрермендерімізді белсенділік танытуға шақырамыз. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Студиямыздың телефоны 33 90 35, қала коды 71 82. Дәл қазір бізге тікелей байланысқа шыққан көрермеміз бар екен. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я жительница села Теренколь. Мы с семьей проживаем по улице Героя Советского Союза Михаила Катаева. Вот наша улица не асфальтирована, и мы хотели бы узнать, когда будет асфальтироваться наша улица, которая вот носит имя Героя Советского Союза. Скажите, пожалуйста. Так, у нас вот осталось по райцентру Теренколь где-то 2-3 улицы заасфальтировать, и в том числе Катаева. Но на следующий год, летом, мы эту дорогу сделаем. Я даю вам обещание.
И нам приходит сообщение на WhatsApp, зачитаю одну из них. Я жительница села Трофимовка. Будете ли у нас строить футбольное поле? Угу. Так, по Трофимовке тоже у нас в плане есть. На следующий год мы закладываем в бюджете около 10-12 миллионов тенге. И мы там обещали, что в центре села, возле школы, мы построим мини-футбольное поле. Но я думаю, мы вот это обещание свое выполним, финансовые средства заложим, и на следующий год будет там футбольное поле. На следующий год, да? Да. Хорошо. И еще, раз вспомнили мы село Трофимовка, давайте поговорим о птичьем гриппе. Я знаю, что там был очаг. Начались ли выплаты сельчанам? Угу. Так, в общем, по селу Трофимовка 17 сентября был наложен карантин в связи с вспышкой птичьего гриппа. На тот момент 158 голов было падежа. Полностью мы это село закрыли. 2401 голов мы птицы изъяли, полностью уничтожили. Теперь республиканский противоэпизоотический материал мы республиканского противоэпизоотического отряда в республику мы все документы сдали. Теперь буквально со следующей недели уже начнется погашение. Спасибо. Еще зачитаю вопрос с WhatsApp. Добрый вечер, села Федоровка. В районе практически все очаги культуры отремонтированы, но в селе Федоровка дом культуры стоит долгое время без ремонта. Будет ли здесь проведен ремонт? Ну, по селу Федоровка проектно-сметная документация у нас уже готова. Вот я сейчас не помню, сумма какая, но в плане 2021 года этот проект у нас стоит. Поэтому, я думаю, на следующий год мы его отремонтируем. То есть все на следующий год, да? Да. Понятно. Ернур Нурмуханович, министр экологии в последнее время говорит о развитии рыбной отрасли, о восстановлении рыбопитомников. Знаем, что в вашем районе они есть. В каком состоянии находятся и есть ли желающие заниматься этим видом бизнеса? Так, рыбопитомник у нас есть, он существует, но в данное время на протяжении уже нескольких лет никакого вливания в этот рыбопитомника нет со стороны инвесторов. В советское время этот рыбопитомник работал, но буквально вот с этого года этот рыбопитомник взял у нас индивидуальный предприниматель Скубаков Дмитрий Юрьевич. Теперь он сейчас в данное время составляет проектно-сметную документацию. После того, как составит проектно-сметную документацию, мы будем выделять финансовые средства для приведения ИКИ на этот рыбопитомник. То есть в данное время там в этом рыбопитомнике для подачи воды есть большая насосная станция, но в данное время вот этот трубопровод поврежденный. То есть подпитка воды в летнее время к этим озерам нету, к рыбопитомнику. То есть это в весеннее время, во время разлива Иртыша, вода туда заходит. Затем, когда вода уходит, шлагбаум, то есть шлюз этот перекрывается. И практически в летнее время вода не возобновляется. Поэтому сейчас, когда будет изготовлена проектно-сметная документация, вливание финансовых средств, будет поступать в летнее время свежая вода в эти озера, и здесь создадутся благоприятные условия для разведения рыбы. Ну, так я понимаю, там же можно еще зону отдыха организовать и спортивную рыбалку. Да, это после того, как первый этап мы это сделаем, потом мы уже будем работать над вторым этапом для открытия зоны отдыха, спортивной рыбалки. Все это у нас в плане. Но это тоже на следующий год все, да? Нет, это в первую очередь мы должны первый этап сделать. Первый этап сделаем, потом уже остальное. Все понятно. А теперь ваше внимание на экран. У нас есть видеовопрос. Еще с советских времен старый водопровод. И вот у меня такой вопрос к Акиму района. Когда у нас в Ивановке появится водопровод? Ну, по Ивановке там действительно есть водопровод. Но всего он охватывает две улицы. Вот этот Ивановский водопровод, он был построен еще в период, когда существовали совхозы. Затем это хозяйство Ивановское было приватизировано Ивченко Федором Михайловичем. И он на протяжении вот скольки лет
после 91 года он сам содержал этот водопровод. В прошлом году Ивченко Федор Михайлович скончался, но это хозяйство выкупил у нас предприниматель Вильгельм Анатолий Филиппович. Но сейчас вот этот водопровод, он находится очень в таком плачевном состоянии. Поэтому мы в этом году этот водопровод с частных рук приняли в коммунальную собственность района. Теперь же мы сейчас составляем проектную сметную документацию. Как проектная сметная документация будет изготовлена, пройдет экспертизу. И я думаю, этот вопрос не на следующий год, а в 2022 году мы полностью приступим к строительству нового водопровода в селе Ивановка. Пока будет пользоваться старым водопроводом. Угу. У нас есть еще один видеовопрос, тоже касается питьевой воды из села Осьмирыжск. Пожалуйста, внимание. Я житель поселка Осьмирыжск. Вот хотел задать такой вопрос, Ернур Нурмуханович. Когда у нас будет питьевая вода? Сколько обещают, и так до сих пор не сделали воду. Вот жители обращаются постоянно, то Теленколь, то Береговой. Когда у нас будет питьевая вода? Вот этот вопрос, когда вы будете его решать? Так, что касается Осьмирыжска по водообеспечению, значит, мы в этом году изготовили проектно-сметную документацию. Эта проектная сметная документация прошла экспертизу. Сумма составила где-то около 358 миллионов тенге. Но село Осьмирыжск, там у нас живут люди, население, которое составляет более 500 человек. На следующий год будут выделены финансовые средства для строительства водопровода. Если выделят полностью все 358 миллионов, то мы сделаем за год этот водопровод. Если выделят на 2 года, то в течение 2 лет мы этот водопровод будем строить. Но водопровод начнем с апреля месяца строительства. Спасибо, все понятно. Енді балық шаруашылығын жаңа жоғарда айттық. Енді бал өндіретін, ара өсіретін шаруашылықтарын жайына тоқтасақ. Аудандарыңызда омарташылық кәсіп жақсы дамыған білеміз. Тереңкөлдің омарташылары бір жылдары еліміздің оңтүстігіне дейін, тіпті Ресейдің көршілес облыстарына да өз өнімдерін жеткізіп жүрді. Коронавирус пандемиясы кезінде балға деген сұраныстың қазір тіпті артып отырғаны белгілі. Осы салаға қазіргі таңда қандай қолдау бар жалпы? Онымен айналысқан қаншалықты тиімді болып отыр? Енді осы бал мен арамен шұғылданатындар, бізде 25-26 жеке кәсіпкерлер бар. Одар осы жаз бойы күнбағыс, осы майлы дақылдарда, гречихада, сонан кейін әрбір луговой, шөптерде сол өз пасекаларын ұстайды. Негізі осы пасекалардан көп пайда түседі осы шаруа қожалықтарына. Неге десеңіздер, олар орысша айтқанда, в первую очередь, пчелы, они нарабатывают урожай. То есть проходит опыление тех же культур, и масличных культур, и гречихи, и разных трав. Поэтому от пчел только польза. Но и в то же время, біздің осы жеке кәсіпкерлеріміз, осы араларды ұстап, өздеріне көп пайда жасайды. Мысалы, олар осы балды Тереңкөлде, Павлодар қаласында, Нұрсұлтан қаласында көбі 4-5 осы вид несі бар, сорты бар осы балдың. Солдарды жақсы пайда көреді, жақсы өткізеді. Енді қолдау жағынан олар бізге өз талаптарын қоятын болса, оларға да біз көмектесіп отырмыз. Жақсы, бізге тікелей эфирге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз, сізді мұқият тыңдап тұрмыз. Алло. Здравствуйте, говорите. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе. Мен Березовка ауылының тұрғынымын. Аты жөнім Қайыржанова Жанар. Сізге бір мәселе
Сырақ индивид. На біздің ауыл бұрын округ орталық болған. Енді Воскресенкаға қосылдық. Сәл назардан тыс қалдамыз қазір. Сол себептен сізден сұрайтын ауылға кіреберіс жолдары және бір қатар ауыл ішіндегі жолдары жөндеу мәселесі қалай тұр? Березовка ауылына мен уәде беремін сіздерге. Қазір проектіміз бізде дайын. Келесі жыл жаз уақытында осы жолды біз бақылауға алып жөндеп береміз. Следующий год станет переломным для района Теренкулько. Ну, не переломно, просто у нас вот эти плановые, вот эти вопросы идут, и каждый год мы вот планово вот эти вопросы стараемся решить. Хорошо, все в один год не получится, но вот Березовка, то, что вопрос задает, это на контроле. У нас уже на протяжении 3 лет это ПСД лежало, мы не могли найти финансовые средства, но на следующий год эти финансовые средства будут. Все хорошо, будем ждать вместе с жителями села Березовки. Ирнур Мамуханович, первый блиц, давайте немножко наберем темп. Короткие вопросы, короткие ответы. Сонымен бастаймыз. Ауданда қанша ауылдық округ пен елді мекен бар? 12 селолық округ бар, 30 ауыл мекендер бар. Какие полезные ископаемые есть на территории района? Ну, в первую очередь, это соль, соленое озеро у нас, и глина есть. Все правильно. Аудан аумағынан өтетін республикалық жол қандай, және ол қанша шақырым? Омск, Май, Капчагай, 84 шақырым өтет біздің ауданымызда. Когда Качырский район переименован в район Теренколь? Так, в 2018 году, 4 августа. Правильно. Дұрыс. Ең алыста орналасқан сіздердің аудандарыңыздағы ауылдық округ қайсы? Жаңа құрылыс селолық округі. 90 шақырым аудан орталығынан. Сколько передовиков производства вашего района удостоены звания социалистического труда? Герой социалистического труда у нас 8, и кроме этого у нас еще 6 героев Советского Союза есть в районе. Рахмет сізге. Ернур Нұрмұханұлы, былтыр елімізде жастар жылы болды. Биыл мінекей волонтерлар жылы да өз мәресіне жақындап келеді. Аудандарыңызда жалпы жастардың саны қанша? Жас мамандармен толығып жатырсыздар ма? Оларға қандай қолдаулар бар? Ну, енді біздің ауданымызда Алдаспан деген жастар орталығы бар. Осы біздің ауданымызда 4670 жас осы кісілеріміз бар. Осы жалпы ауданның тұрғындарының санынан 21% болу керек. 21%. Енді осы жастар орталығы содармен өзі осы бір жылға өзі осы шараларын жоспарын жасайды. Осы шара бойынша олар жұмыс жасайды. Жұмыстары әртүрлі салада. Мысалы, сол мәдениет саласы болсын, әлеуметтік саласы болсын, осы жастарды кәсіпкерлікке тарту, сол саласы болсын, сол бағыттарда жұмыс жасайды. Енді ауданымызға келген жас мамандарға біз қолдау көрсетіп отырмыз. Биыл 58 жас маман ауданымызға кеп, одар осы 100 МРП, минимальный расчетный показатель, подъемдылар алған. 28 жас мамандарға пәтер алуға 1500 минимальный расчетный показательнің кредиті 15 жылға 0,0% біз биыл бердік. Жақсы. Енді әртүрлі кредиттер бар, гранттар бар, со біздің жастар сомен шолданат көмек көреді. Енді ең басы осы біздің жастарымыздың девиздары ол осы үкіметтен сұрамау, үкіметке біз қалай көмектесеміз деп сол мақсатта жұмыс істейді. Ернұр Нұрмұханұлы, жастардың бос уақытын қамту мәселесіне байланысты бізге Қызылтаң ауылынан бейне сұрақ жолдаған жерлестеріңіз бар екен. Экранға назар аударыңыз. Ернұр Нұрмұханұлы, мен Қызылтаң ауылының тұрғыны Әлімбай Ербол Ермекұлы. Қызылтаң ауылының тұрғындарының атынан сізге бір сауалымыз бар еді қоятын. Көптен бері шешілмей жүрген мәселе бұл. Бірнеше жылдың жүзі болды деп айтсақ шатаспаймыз. Ол мәселе бізде, өзіңіз білесіз, ауылымызда жастар көп өте, оның көпшілігінің жаңа баратын жерлері жоқ, ойын сауық орталығы жоқ. Соның ішінде үлкен бір мәселе бізде мәдениет үйі. Сол мәселені сіз бізге шешіп берсеңіз,
мәдениет үйі қажет болып тұр өте. Осы Қызылтан ауылында үш мәселе бар. Шешім табалмаған. Ол бірінші осы ауызсу мәселесі. Оны бейіл біз осы мәселеге кіріскеміз. Бейіл осы водопроводты құрылысын бастадық. Келесі жыл амандық болса оны аяқтаймыз. Таза ауызсуға жағдайлар жетеді. Енді екінші мәселе осы Қызылтан ауылында ол кіреберіс жолы. Ол да 1 км 300 метр. Оған да міне біз проектный сметная документация жасадық. Амандық болса келесі жыл осы жолды біз жасап береміз. Енді осы ең күрделі мәселе осы мәдениет ошағы. Мәдениет ошағы салу бағытында қазір кезде біз проекті жасап атырмыз. Енді осы проекті жасауға, әлде привязка жасауға осы мәселесін біз қарастырып отырмыз. Негізі келесі жыл осы проект жасаймыз, экспертизіні өткіземіз. Енді келесі жыл емес, арғы жылы мәдениет ошағын сол Қызылтан ауылында біз салып беруге түгел күш-жігерімізді саламыз. Ернур Нұрмұханович, вновь ускоряемся. Короткие вопросы, короткие ответы. Где научились играть на домбре? Ну, я на домбре музыкальную школу не ходил. Отец у меня хорошо играл на домбре, пел на домбре, поэтому от него ко мне перешло. Ғаламторда жиі отырасыз ба? Ну, бос уақытында отырамыз. О чем мечтаете? Ну, в первую очередь, как каким районом, я мечтаю, чтобы наш район процветал и население наше жило в достатке. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Ну, соңғы оқыған Дейл Карнегиді оқыдым. Ваше любимое блюдо? Ну, енді национальное блюдо, кеспе. Рахмет. Ернур Дұрмұханұлы, сіз уәдеге берген адамсыз ба? Ну, енді бос уәде бермеймін мен ешқашанда. Ендеше қазақта жігітті көрікінен таныма, сертінен таны деген мақалын білерсіз. Міндет жүгін көтере алмаған азаматтар халқымызда ешқашан құрғақ уәде бермеген. Бұл азаматты қадірлейтін халқымыздың бір қасиеті десек болады. Ендеше біз әкім уәдесі айдарына кезек береміз. Әкім уәдесі біздің жобамыздағы дәстүрлі айдар, оған сәйкес сіз әкім ретінде, халық сенім артқан тұлға ретінде қандай да бір игілікті жасауға не болмаса шешімін таппай келе жатқан мәселені ретке келтіруге уәде бересіз. Ендеше өз ауданыңыздың жұртшылығына қандай уәде беруге дайынсыз? Ең бірінші уәдем осы жолдарды, ауылдарға кіреберіс жолдарды жасап беруге, сонан кейін осы ауылдардың ішінде жолды жасау. Сонан кейін ең басты мәселе осы ауызсу мәселесі. Бүгін міне қойылған сұрақтарды ауызсу мәселе бойынша соны орындауға уәде беремін. Хорошее обещание, удачи вам, спасибо за ваши ответы, сау болыңыз. Тұшымды сұхбатыңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Обещание озвучено, слово дано. Будет оно выполнено или нет, обязательно покажем на телеканале ЕРТС. Наш эфир завершен. А в следующую среду, 28 октября, в это же время будет держать отчет аким Майского района Марат Актаев. Принимайте участие в разговоре. До встречи в эфире телеканала ЕРТС. Хабарды жүргізген Гүлмира Бактиярова, және Қуандықтан бас. Сау, саламатта болыңыздар.